ролик под топовую музыку, где вообще брать топовую музыку, как она вообще отличается. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу, как это сделать. Берем, допустим, видео, загрузить, где загрузить. Берем видео, ну, какое-нибудь, не знаю, видео. Но это не надо, ну, давайте это. Берем видео. Ого. Короче, на это видео мы хотим поставить другую музыку. Какую-то топовую, да? Сейчас я вам объясню, как это все делается. Нажимаем «Далее». Сейчас нам надо убрать этот звук. Нажимаем «Музыка». Нажимаем громкость, оригинальный звук, 100%. Убираем, убрали, все. Этого звука не будет. Нажимаем добавленный звук. Мы можем взять звуки, видите, да, там, нам рекомендуют просто вот этот. Этот. Это топовые такие, да. Но если хотите что-то свое, вот, какой-то хороший звук подобрать, нажимаем «Добавленный звук». Нажимаем, вернее, где лупа, и нажимаем «Еще». Вот, вот пошла музыка вся, да? Музыка – это рекомендация, то, что вам рекомендуют. Вот, кстати, она была. Поняли, да? Вот, но нам это не надо. Комедии, там фоновая музыка, куча всего. Вот в тренде по России, вот тренд по России. Допустим, это тренд, то, что сейчас, допустим, но в данный момент самое такое. То, что топ, это уже, как сказать, то, что уже не в тренде, но оно топовое. Допустим, длится там, может быть, недели, 2-3 месяца, а трендовая она там, не знаю, неделька там и все. А дальше, допустим, вот осень там, да, новинки. Смотрите, новинки это которые популярны, но они еще не настолько популярны. Соответственно, как они становятся очень популярны, если под эту новинку вы запишете свое видео, то у вас со временем, когда популярность новинки начинает нарастать, ваше видео тоже начинает смотреть очень хорошо. Дальше. Жиза. Но это понятно. Дальше, допустим, если у вас ролики, как у меня, для любой аудитории из любых стран, вот, мы берем топ мировых трендов. Вот, мировые тренды. Вот что нам надо. Так, вот этот. Нажимаем галочку красную, да? Поняли, да? Поняли, да, как выбрать звук? Я просто сейчас хочу обрезать этот звук под музыку. Это мы делаем как? Нажимаем ножницы. Все поняли, как я сюда звук переместил? Я нажал на звук, музыка заиграла, загорелась справа галочка. Мы нажимаем именно на галочку, и музыка перелетает сюда. Нажимаем ножницы теперь. И мы обрезаем. Короче, нормально. Музыку подрезал так, чтобы было бы смешно. Вот. Нажимаем просто на ролик сам. Нажимаем далее. Все, поехали.
не знаю, напишем по-английски что-нибудь, допустим. Так, дальше поехали теги. Вставить, вставить мои теги. И нажимаем просто пробел, пробел нажимаем. Видите? Давай. Ладно, пофиг. Опубликуем только мы немножко сейчас заставочку поменяем, чтобы она активной была. Вот. Повеселее будет. Вот, все, опубликовать. Ну вот все, наверное, разобрались, как где и какую музыку брать. Вот. Я даже сам ролик прослушаю, просматриваю для себя, чтобы, ну, хоть как-то он хоть нормальный был. Все, в принципе, все готово. Вот. Так что сейчас он загрузился, ролик. Вот. И, в принципе, он пойдет куда-нибудь, полетит в реки. Вот. Так что все поняли, да, как музыку делать. Все, всем удачи, всем пока. Если будут вопросы еще какие-то там, может, по видюхам, что как делать, что добавлять, там надписи, еще что-то, спрашивайте. Сделай ролик.